Чувашии подтвердились еще 15 диагнозов COVID-19. Из них 9 контактных, 6 приезжих. Среди 15 заболевших двое несовершеннолетних. Теперь в республике всего 34 случая заражения коронавирусной инфекцией. Один человек выздоровел. Сейчас пациенты находятся в инфекционных стационарах. Степень тяжести заболевания у всех разная. Есть больные в тяжелом состоянии на кислородной поддержке. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Хочу, может быть, еще отметить географию. Вот если взять сегодняшнее подтверждение, 15 человек, это Янтиковский район, 7 человек, Канаш и Канашский район, 4 человека, Чебоксары, 3 человека и 1 человек, город Алатырь. Как видите, география тоже расширяется, и это перед нами ставит вот такие новые задачи и новые вызовы. Мы в целом, конечно же, система здравоохранения в Чувашии подготовлена и дальше готовится к возможному, скажем так, неблагоприятному развитию ситуации. То есть у нас на сегодняшний день подготовлено более 300 коек, которые специализированы для лечения подобного рода больных. Сейчас на стадии закупки у нас находится около 100 дополнительно ИВЛ. И в итоге, к концу апреля, мы должны подготовить вот количество коек чуть больше 600. В планах стоит 609, если быть точным. Эти цифры, вот, которые я вам называю, они нам должны позволить обеспечить всех заболевших, в случае, если их будет много, необходимым медицинским обслуживанием, а самое главное, той необходимой помощью, исходя из тех опасностей, которые несет вот данное заболевание.